Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте. Вы вновь на канале «Это не диалоги о рыбалке». Как всегда и как обычно, с хреновой рыбалки я приехал. Оттуда вот такой сюрприз. От Озерова Валерия Владимировича. Алтайский край. Посылка очень тяжелая. Не знаю, чего он там напаковал. Сейчас поглядим. Сюрприз. Тена, открывай. А? Это... А? Что, не понимаю? Вот тут. О, о, все, видно. Так, да? Оп. У нас письмецо. Я думаю, это личное, да? Масло тестевое изготавливают. Самодельное масло. Привет с Алтая. Никитка. Витя жевать будет. Ага. Уплотнили палочками. Масло. Простите. Самодельное масло. Без запаха. Семечки пахнет. Прикольно. Опа, поперечка. Поперечечка на маленького налима. Такой, как у нас сейчас ловится. Китикет. Как-нибудь опробуем. Или что? Конфета какая-то. А, там куча конфет. Кучка конфет. С Новым годом. С Новым годом, с новым счастьем. Еще такая же. Свет, это тебе, это Вите. Со мной, чтобы поделились. Ну, еще масло. А мне, значит, вообще ничего не выделили, да? Тебе масло. Вот там делали. Тряпать будешь. Ага. Он видал, сколько там? Славе тоже присылали. Mm-hmm. Масло с Алтая. Все почему-то думали, что там мед. А это действительно масло. Mm-hmm. Самодельное. Yeah? Да? Да. Не разбили же еще два. А как его разобьют-то? Он же в пластике. Пластик уже был. О, мед. Как с Алтая, да без меда, да? Ну и самое вкусное. Это тебе. Это что? Догадайся. Это же прикормка. Для рыб? Нет. Халва? Это халва домашняя. Какого странного цвета. Какого странного. Черного. Я сейчас прям попробую сразу. Кажется просто тебе цвет.
Мне Свете говорю, закажут. Вкуснятина. Блин, обалденная прямо. Ну, конечно, домашняя. Вот это, смотри, коричневая. Это попробую. Это все угодно. Блин, вкус как из детства почти. В магазинах такой нету. Дай попробуй, тоже, блин. Вкуснятина. Спасибо огромное, Валерий Владимирович. Да. Будем хавать вкусняшку. Смотрю, что. Честью вашего здоровья крепкого. Не болеть. Делать такие вкусные вещи. Спасибо большое. Чуть не потерялся пакетик. Медвежья желчь. Очень лечебная штука, как говорят. Разберемся. Огромное спасибо. И вы, как всегда, были на канале «Это не диалоги, а рыбалки». И вот такая посылка с Алтая от Валерия Владимировича. До новых встреч, друзья.